Четверть века прослужила Татьяна Георгиевна в Московской консерватории как профессор кафедры концертмейстерского мастерства. В этом концерте произведение второго отделения партии фортепиано должна была исполнять Татьяна Георгиевна. И Николаю большое спасибо, что вы согласились такой короткий срок подготовить программу. Николай Курдюмов 5 лет с 1 по 5 курс учился у Татьяны Георгиевны и закончил консерваторию в этом году. Татьяна Смирнова, «Три богатыря», исполняют Александра Зверева, Николай Курдюмов. Thank you.